Тим часом самые юные жихары областного центра приняли удел у посадцы Безовой аллеи на территории дитячого сада номер 77. Садите красиво сирень, а потом мы будем ходить с вами и поливать, чтобы наши кустики пророслись. И каждый год нас радовали. Каля 30 кустов для посадки принесли батьки, которые охотно отгукнулися на пропанову администрации дошкольной установы. У посадцы приняли удел группы усіх узростов. Дети разом с батьками. Тата и матуля допомагали малым поливать рослины и фотографовали выники совместной працы. Доброохотная акция, закликанная сгуртовать семьи и долучить детей до корыстной деятельности. Мы решили свой детский сад тоже озеленить, и это приурочили и к майским праздникам, и к будущему освобождению города Гомеля, 75-летию. Поэтому решили посадить такую сказку сирени.